Аэропорт Храброво, смотрю вакансии, но цены, конечно, ну, расценки у них за человека, оплата труда, как была у них там сколько лет назад, несколько, не такая вообще, ну никакая, так и осталась. Вот водитель категорий, тут надо иметь все категории БЦДЕ, с этого вы будете получать от 32 тысяч до 40, ну это же смешно. Сейчас эти зарплаты, вот у них вот, говорю, трехлетние зарплаты 3 года назад, да, они, может быть, такие еще как-то остались бы 3 года назад, но сейчас уже совсем все другое. Сейчас другое, и вы ничего за это не получаете, там какие там плюшки, плюшек там нету. Трудоустройство, социальный пакет. Что сейчас такое социальный пакет? Это вообще ничто. Белая зарплата типа того, копеечная. Корпоративный транспорт, да, автобус там ходит. Ходит автобус утром, вечером, льготное питание. Ну, тесная столовка, да, маленькая. Но там не бесплатно вас кормить никто не будет. И даже не за полцены, там сколько-то, я уж не помню, процентов 10, что ли, было, но я не помню. Не буду врать. Но там не сильный дисконт у них на еду. Вот, а требований будет много. Требований много, нужно знать много всего. Сами понимаете, это аэропорт, самолеты. Да. И за это они будут платить вам 32 тысячи до 40. Частичный занятый, сменный график. Да, смешно, да и только.